Всем здравствуйте. У нас тут очередное собрание на тему «Дяденька, научи меня плохому», то есть разговор про язык программирования Python. Не успел я чуть-чуть потормозить с началом нашей лекции, уже пошли комментарии на тему того, что вот, мол, в Linux все есть файл, в Python все есть объект. Это правда. В Python вообще все объект. Мы могли вообще-то к этому с вами привыкнуть. Слово «объект» в Python означает немножко не то же самое, что вся эта теоретическая шушера в понятии объектного программирования вот этого всего. Сегодня мы поговорим на эту тему. У меня есть такой любимый конек, связанный с объектами в питоне. Вот. Так что вам придется его сегодня терпеть. Я на нем сегодня буду разъезжать тут публично. Вот. Ну, давайте, наверное, начнем с бла-бла, потому что тема важная. И такая... Ну, я бы сказал, изрядно обпрыганные разными людьми. Вот. Несколько лет тому назад стало возможно при разговоре про объектно-ориентированное программирование ссылаться на Википедию. Предыдущая статья на Википедии была написана человеком, который жестко прищемил C++, и поэтому она выглядела довольно странновато. Вот. А вот сейчас там довольно интересный философский подход к тому, что такое объектное планирование. Вот, то есть на самом деле речь идет, конечно, не о программировании, потому что программирование, оно объектно-ориентированное. Языки объектно-ориентированные. Ориентированные на объекты, а объекты откуда берутся? От планирования ваших проектов. Так вот, она подходит к объектному планированию с точки зрения управляемости ресурсов. Вот такая интересная загогульная. Это разумный подход. Вот, потому что он иллюстрирует несколько важных положений, которые нас, за которые, кстати сказать, приходится бороться, когда говоришь про объектно-ориентированное программирование, а в частности про объектное планирование вообще. В строгом смысле ООП не является парадигмой программирования, потому что, во-первых, оно возможно при любых, ну или почти при любых парадигмах, то есть можно написать объектную программу и в функциональном стиле, например. Вот. Во-вторых, когда речь идет об объектной ориентированности, то эта вот ориентированность на объект является свойством языка программирования, а саму объектную программу, то есть программу, распланированную с объектами, можно писать на чем угодно. Там есть, например, фреймворки для написания объектных программ на C. Вот, Glip, например. Кстати сказать, в курсе парадигмы программирования, который я стартовал в этом году, так, кстати, и в прошлом, на кафедре алгоритмических языков, в прошлом году была прекрасная совершенно лекция про объектное программирование на C. Вот, если она будет в этом году, было бы неплохо на нее как-то, ее как-то найти, хотя вот они не выкладывают свои записи, к сожалению. Вот. Если говорить про такую обычную теорию, в мое время в объектно-ориентированном подходе было три составляющих. Вот эти три составляющих перед нами под номером 0, 1, 2 и 3 и присутствуют. Значит, составляющая номер 0, которая появилась за время, пока я не глядел в соответствующие тексты, это абстракция. Дело в том, что если раньше считали программирование как таковое в принципе уделом людей, которые что-то моделируют, то есть переводят из конкретного языка описания окружающей среды в некоторые программистские абстракции, то сейчас про это надо отдельно упоминать. Я не знаю почему, возможно, потому что мы сейчас живем в мире, где очень сложно определить, где заканчивается такой вот совсем реальный мир, и начинаются те самые формализованные описания, вот, которые для нас выглядят как настоящий мир, а вовсе не как какие-то, как модель чего-то. Да, не знаю, тут все наши взаимодействия с компьютерами, с интернетами, с сайтами, с информацией, которая между нами там циркулирует, это все, в общем, манипуляция такого же рода абстрактными конструкциями. И тем не менее, значит, программирование от этого всего отличается, от этого самого real life. Так что шаг 0 – это абстракция. Абстракция – это когда мы выделяем общее из частного. Вот, от себя добавлю не просто общее, а такое общее, с которым мы потом будем работать. Потому что, помните, такой типичный пример абстракции – это питомский duck typing, который говорит, что если нам
нужно, чтобы нечто, чтобы утка крякала и плавала, то все, что крякает и плавает, это утка, да? Мы абстрагируемся от всех ее. Даже если мы можем поделить всевозможных животных на разные классы, которые еще чего-то умеют, вот, то для наших целей нужно кряканье и плавание, и все, что крякает и плавает, принадлежит классу утка, да? Это такая, значит, абстракция в том смысле, что мы отбросили все частное, которое нам не нужно, в том числе и то, которое мы могли бы на уровне объектного анализа выделить. Вот. Но, в принципе, абстракция – это, значит, выделение, как я уже сказал, общего, и она бывает вертикальной и горизонтальной, да? Значит, вертикальная абстракция – это когда у нас есть некоторые общие описания, потом его конкретизация более четкая с какими-то дополнительными свойствами или какими-то описаниями того, как, значит, реализована вот эта абстракция более высокого уровня, потом еще более четкое описание, и так вплоть до какого-нибудь конкретного экземпляра конкретного класса. Вот. Примеры вертикальных абстракций в языках программирования – это, разумеется, отношение класса и экземпляр класса, или, как в случае Питона, скажем, мета-класс, класс, производный класс, ну, в общем, вот такого сорта. Но можно еще придумать себе горизонтальную абстракцию. Это когда мы берем и говорим, что мы сейчас смоделируем нечто, допустим, с помощью массива. А потом говорим, ну-ка, не знаю, там, словарик можно смоделировать с помощью парочки массивов. А потом говорим, а вообще, с помощью массива можно что угодно смоделировать. Давайте смоделируем там множество с помощью массива динамического, да? Давайте смоделируем, ну, не знаю, там, дерево. Вот. То есть ситуация, когда мы берем и наши знания о том, какова абстракция, помещаем куда-то в код, а в нашей реализации все это будет совершенно абстрактно валяться в массиве. Там массив и сям массив. Да? Вот горизонтальная абстракция, когда мы берем и с помощью одного и того же инструмента что-то моделируем разное. Вот. Как это напрямую относится к объектному подходу? Ну, я думаю, тут вот мы с вами не будем совершенно вдаваться в область вот этого самого объектного планирования, потому что про это можно прочитать целый спецкурс, а это буду не я, кто будет читать этот спецкурс, человек, который практически занимается подобного рода программированием. Вот. Но там основной принцип же какой? Мы берем, сначала производим описание всех возможных сущностей в нашей объектной области, вот. Потом берем, совершаем генерализацию этих сущностей, то есть пытаемся дать им как можно более общее описание, и чтобы этих описаний было как можно меньше. Вот. Получается такая пирамида, на вершине которой стоит совершенно абстрактный класс наши объекты, а дальше эти наши объекты подразделяются там на какие-то более конкретные. Да? Получается такая пирамида, вот эта пирамида и есть дерево классов, вот это все. Вот. Но, повторяю, нас с вами, как программистов, не как изучающих язык, вся вот эта кухня объектного планирования будет интересовать постольку, поскольку в языке под нее есть поддержка. Вот. А мы будем говорить, собственно, о проявлениях объектной ориентированности в языке. Первое проявление объектной ориентированности в языке – это инкапсуляция. Инкапсуляция с точки зрения управление – это как бы локализация управления внутри конкретной сущности, но, опять-таки, я не мастак рассуждать в терминах ресурсного управления, читайте Википедию. С моей точки зрения, инкапсуляция – это минимизация необходимого информационного пространства для решения конкретной задачи. То есть, если у нас есть, допустим, объект, содержащий, ну, не знаю, там, список, не список, какой-то набор данных, то было бы неплохо, чтобы для того, чтобы с этим набором данных что-то сделать, посчитать длину, там, не знаю, модуль, преобразовать его как-то. Чтобы для действия с этим набором данных было организовано локальное информационное пространство с достаточным, но не превышающим общий объем количеством этих самых данных. Допустим, при работе с конкретным объектом, чтобы мы видели все составляющие этого объекта и не могли случайно затронуть составляющие каких-то других объектов, которые нам не видны. Обычно вот эта вот минимизация инфопространства происходит за счет создания иерархии пространства имен. У нас есть объект, внутри него есть объект, внутри него есть объекты, внутри него есть объекты и так далее. У нас есть объект, внутри него есть методы, которые работают конкретно с этим объектом, а не обо с чем, ну и так дальше. Вот.
То есть с точки зрения как бы вот банальной реализации, да, инкапсуляцией в большинстве языков программирования является нотация доступа к внутренним пространствам имен объектов через точечку. Вот эта вот иерархия должна как-то разрешаться, и в большинстве языков она делается через точечку, но в некоторых делается как-то по-другому. Вот. В Python тоже через точечку, да? Если мы скажем, что а у нас это такая строка, вот, то у этого а будут всякие методы, поля, вот, и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Ну, давайте тогда не а, а чтобы у нас были поля. В смысле, не строка, а число. Да? Вот. У этого, в свою очередь, тоже может быть какие-то поля. Вот. Да? Значит, из этого мы можем сделать вывод, что внутри А содержится пространство, в котором есть поле real, объект, на который указывает поле real, содержит пространство имен, в котором есть поле нумератор, а тот, в свою очередь, пространство имен, в котором есть поле деноминатор. Мы с вами уже знаем, что такой, вот это вот продолжаться может сколько угодно, потому что каждый из таких объектов числовой, а все числовые объекты содержат все три этих поля, даже больше. Следует заметить, что в языках программирования, рассчитанных на производство больших сверхбольших систем, очень сильную роль играет так называемое сокрытие вот этих иерархий пространств имен. Да? Когда мы говорим, что внутри нашего объекта есть еще поля, но мы их вам не покажем. Почему? В избежание ошибок. Чтобы вы случайно с этими полями не столкнулись и не наделали дел. Вот. И в некоторых языках, причем в популярных, типа C++, просто смешиваются эти два понятия, инкапсуляция и сокрытие, и называются одним и тем же словом. Вот. Спор терминологический. Я хочу сказать, что с точки зрения, когда... Ну, Барс, мы уже 100 раз это проделывали. Весь список полей, которые есть у объекта, спрашивает у меня Барс, как если бы не на каждой лекции мы это делаем. Не следует смешивать инкапсуляцию с сокрытием, потому что когда речь идет об объектном подходе, понятное дело, защита на чтение или там отсутствие информации о наличии того или иного поля не является подспорьем в объектном планировании, хотя, возможно, это удобный инструмент уменьшения количества ошибок. Да? И все. А вот иерархизация этих пространств с, соответственно, неизбежными выводами о том, что, ну, например, про методы мы сейчас узнаем, о том, как работают методы, вот, о том, что инкапсулированные имена и объекты, которые, значит, инкапсулированы в другие объекты, могут как-то по-другому работать, вот эта часть инкапсуляции является частью объектного подхода. Следующая фишка объектного подхода, объектного проектирования программ, это наследование. Наследование – это, ну, как вот я написал, повторное использование свойств объектов, которое стоит в следующем. Мы хотим, чтобы, когда мы описываем очередной класс объектов, причем очередной класс объектов, сделанный на основе уже имеющегося класса, мы бы могли сказать, вот, пожалуйста, так, как здесь, только вот с такими изменениями. Вот. Разных механизмов наследования в разных языках много. В Питоне используется наиболее популярное дерево классов. Ну, например, в JavaScript есть по шаблону, забыл, как это называется. Короче, другой способ наследовать. Вот, когда мы говорим вот так же, как там. Да? То есть не дерево, а заимствовать вот у того. Вот. Но общая идея именно такая. Повторное использование кода за счет того, что мы говорим, сделай как раньше, только измени тут и тут. Вот. И полиморфизм. Вот. Вот тут я бы не стал читать соответствующую статью в Википедии. Там очень много всякой теоретичности, от которой вянут уши и как бы... с которой очень трудно как-то себя ассоциировать. Но вот в основной статье, которая посвящена объектно-ориентированному подходу, под полиморфизм сказано буквально следующее. Возможность одного и того же кода обрабатывать разные данные разных типов. В Питоне такого рода полиморфизм прямо из коробки, он называется доктайпинг. Мы с вами уже видели возможность в Питоне одна и та же функция обрабатывать данные разных типов.
Вот, справедливости ради стоит заметить, что полиморфизм бывает еще так называемый ad-hoc. Это когда все наоборот. Это когда мы вызываем функцию, которая как-то так называется, но за счет специальной фишки ad-hoc полиморфизма на самом деле одно и то же имя скрывает под собой совершенно разные функции, разный код. Вот, и вызов операции с одним и тем же именем приводит внезапно к выполнению совершенно разного кода, просто потому что проверяются типы параметров. Вот. Перегрузка. Да, вот я сейчас говорю про слово перегрузку, совершенно справедливо. Да, ситуация, когда мы вместо того, чтобы определить один алгоритм, который обрабатывает разные объекты, определяем одно имя, а на основании каких-то синтаксических конструкций это имя внезапно ассоциируется с разными алгоритмами. Вот, ad-hoc. Вот, но в питоне есть доктайпинг, и это как бы делает полиморфизм вещью абсолютно искоробочной, совершенно не сложной. Вот, мы с вами можем встретиться когда-нибудь в будущем с ad-hoc типизацией и вообще с вот этим альтернативным или нет, другим неравным питону подходом, если успеем поговорить про статическую типизацию в питоне, а она бывает. Вот, вот там-то вся вот эта вот машинерия и логика взаимодействия неравных друг другу статических типов и наследования, она будет востребована. В классическом питоне с строгой, неявной, динамической типизацией, такого, в этом необходимости нет. Вот. Значит, теперь у нас начинается приключение. Дело в том, что я когда-то давным-давно написал такой скетч под названием «Классы в Python – это очень просто», вдохновившись, видимо, книжкой, которую в детстве читал, она называлась «Радио – это очень просто». Вот. Потом ее переписал на третий Python, потому что классы в Python 3 – это тоже очень просто, даже еще проще. Вот. И вот этот скетч, он довольно длинный. Я его попробую уместить в кусочек лекции, потому что у нас есть еще разговоры на эту тему. Вот. Но если я что-то перепрыгну в торопях, то вот, пожалуйста, просто читайте. Это просто инклюд соответствующей статьи в план нашей лекции. Я буду по нему, значит, потихонечку двигаться. Итак, смотрите. Мы уже с вами знаем, что объекты содержит внутри себя пространство имен. Вот, вот ровно так, как спрашивал Барс. Вот. У всех объектов есть поля. И тут, кстати, есть терминологическая такая яма, про которую хочу вас предупредить. Значит, классическая терминология говорит о том, что у объектов есть поля, и эти поля бывают либо callable, то бишь функциями, и callable поле называется методом. Либо не callable, то бишь это данные. И поле данных называется полем. Вот. И поэтому, когда речь идет о поля, методы, поля такие, не такие поля. В общем, люди начинают путаться. Если мне хватит дисциплины, я буду называть поля вообще атрибутами, так это, как это принято в документации Python. Поля данных полями, а поля, значит, функции методами. Но я почти наверняка за будущее буду называть все поля полями, а методы методами. Извините. Вот. Просьба не путаться. Значит, так вот, внутри у любого объекта есть пространство имен, и это его поля. Мы можем достучаться до содержимого нашего объекта путем точечки, то есть путем вызова оператора инкапсуляции. Вот. Ну, в общем, вполне. Мы никак не можем влиять на содержимое этих полей, отчасти потому, что вот такого рода объекты вообще в питоне написаны на C. И мы никак не можем взять и динамически изменить тот статический код на C, который где-то в памяти находится. Отчасти потому, что, ну, это не очень хорошо. Но мы можем создать свой собственный контейнер и назвать его класс. И тут ничего не написать. Сказать пустой. Вот. Обратите внимание на слово класс. Оно совершенно не случайно совпадает со словом класс, когда мы, например, берем тип какого-нибудь стандартного нашего объекта. Да, вот этот C, он того же поля ягодка, что вот этот int. Да?
Просто называются по-разному. Понятное дело, что при рождении, даже несмотря на то, что я не написал ничего сюда в класс C, в нем уже что-то лежит. И лежит в нем довольно много всего. Вот. И это все его поля. Поскольку они начинаются на два подчеркивания сердечно бла-бла, эти поля так называемые системные, вот, или спецметоды. Вот, о свойствах спецметодов мы поговорим сегодня немножко позже. И некоторые из них понятно, как устроены. Например, метод stir очевидно, почему существует. Мы же знаем с вами, что в питоне любой, абсолютно любой объект можно превратить в строк. Не исключение наш свежесозданный класс. Кстати, он такой же объект, как и все остальные. Да, чем он отличается? Да ничем, смотрите. Есть такие вот объекты, есть всякие. Да? Вот. Это значит, что при рождении питон ему выдает сразу метод str, который, как мы знаем, является заменой синтаксическим сахаром, для которого является функция str. Вот. Правда, тут есть всякие некоторые штуки. Давайте мы пока не будем их касаться, мы к ним еще приедем, к этим некоторым штукам. Но идея как раз примерно. Да, значит, ну мы можем взять и... Сейчас, что у нас тут? Я... А, конструктор, да. Значит, смотрите. Что такое класс? Класс — это контейнер. Мы можем использовать класс просто тупо для того, чтобы в него складывать свои имена. То есть, если у нас есть... это PTPython, он немножко вот такой. Ну, ладно. Поскольку я для красоты работаю в PTPython, PTPython, видите, определяет довольно много дополнительных каких-то переменных, вот, неравных классическому питону. Ну и бог бы с ним. Да? У нас есть какой-то rearrangeSys. Вот есть А и есть С. Если мы сейчас захотим создать кучу-кучу объектов, то они будут и сделать так, чтобы они в глобальном namespace никому глаза не мозолили. Например, какой-нибудь свой синус или свой минимум или что-нибудь такое, чтобы нельзя было его перепутать с чужим. Их надо куда-то поместить. Самый простой способ — поместить их прямо в класс С. Сказать C.minimum равняется, ну скажем, лямбда. Это не это, ну хорошо, не минимум. Равняется 100-500. Обратите внимание на две вещи. Первое. Глобальный namespace не пострадал. Мы положили вот это value внутрь контейнера под названием C. Второе. Вот он. Да? Где он? Вот он. Ну, можем даже посмотреть, чему нравится. Вот он. Вот. Второе. Мы можем положить в класс вообще, добавить в него вообще произвольное поле. То есть, ничтоже сумнявшись, мы создали хранилище имен под названием C, в котором можно, как известно, как мы теперь видим, что хочешь положить. Вот. И отличаться от хранения этих имен прямо в глобальном namespace это будет тем, что глобальный namespace при этом будет содержать только имя контейнера C, а в самом контейнере уже будут всякие наши новые поля или даже метод, в смысле функции, не методы, а функции. Давайте определим функцию, что-нибудь c.fun равняется лямбда x, x умножить на 2 плюс 1. Вот она, c.fun. Нам говорит, это функция. Я говорю, ну окей, да, это функция, верю. c.fun, ну скажем, 100-500. Ожидаемо. Вот, то есть все совершенно логично. Наши классы, а это был класс, если кто не помнит, я создал класс. Он был пустой, в нем ничего не было. Где он тут? Класс. Вот он. В нашем классе, наш класс выступает вроде контейнера именованного имен, пространства имен, и туда что хочешь можно положить, хочешь функцию, хочешь ну, callable, хочешь не callable, а данные, что хочешь можно туда положить. Класс можно туда положить, вообще все что угодно.
Просто имена будут начинаться, то есть требует точку, C, точка что-нибудь. У C есть второе свойство, очень важное. Это свойство такое же, как свойство, ну, например, у int. Мы с вами ведь знаем какое-то количество объектов в питоне, при попытке вывода которых на экран говорится слово класс. Да? Вот. Свойство всех этих объектов такое, что они являются... я не хочу сейчас использовать слово конструктор, потому что слово конструктор в объектно-ориентированном программировании означает несколько иное. Вот. Они являются изготовителями экземпляров себя. Да? То есть, если мы говорим что-то типа str, вот раз, два, три, то мы получаем экземпляр. Да? Сам str раз, два, три, это строка раз, два, три, а она является экземпляром класса str. Если мы говорим type от c, то это класс. А, тип класса type. Кстати, смотрите. Все они типы, да? Все наши классы являются типами, в том числе и созданные нами. Если мы говорим c вот так вот, и вызываем его с какими-то параметрами, по умолчанию с никакими, то наш класс C изготавливает экземпляр себя, который выглядит вот так вот. Да? Здесь буквально написано, что объект является экземпляром класса C, который у нас определен в пространстве имен main, то бишь в нашей основной программе. Вот. Вот он. Давайте посмотрим, какой у него тип. Ну, ожиданно, какой у него тип. То есть точно так же, как int, float, str, все наши стандартные типы, да, типы являются изготовителями объектов, экземпляров себя, наш класс C прекрасно является изготовителем объектов, экземпляров себя. Что внутри этого экземпляра мы можем увидеть? Вот это и вот это. То есть, несмотря на то, что класс, который мы создавали, был пустым в момент, когда мы его создавали, вот он, пустой класс, ничего в нем нет. Те поля, которые мы туда напихали, внезапно видны изнутри экземпляра. Причем, отодвинем пока функцию func, там интереснее, потом расскажу. А вот cValue просто-таки вот то же самое. Мы можем сделать еще один экземпляр класса c. Ой, только маленькие буквы, но неважно. Вот. И в нем тоже будет поле value, и оно тоже будет равно 100542. Давайте проведем эксперимент. Что будет, если я сейчас, у меня есть уже класс C, у меня есть уже два экземпляра класса этого самого C, маленькое и D большое. Что будет, если я в сам класс C положу новое поле? Появится ли оно, например, в экземпляре класса? Вот оно, появилось. Что наводит наводит нас на подозрение? Подозрение следующего плана. На самом деле мы видим сквозь экземпляр поля самого класса. Да? Ну, просто потому что... Да, это как глобальные переменные. Мы их один раз задали, никогда не меняли, изготовили экземпляр, пошли в экземпляр, сказали, дай мне new. Экземпляр сказал, ну, у меня своего нету, а у класса есть, вот тебе поле класса. Однако, мы можем взять и поменять. Да? Мы можем создать в вот этом самом C, да, ну, естественно, это понятно, да? Вот, мы можем создать в этом самом C свое собственное поле new. Точный аналог того, как мы создаем локальную переменную внутри функции. Да? И теперь у нас, естественно, поле класс не поменялось. С какой бы стати? Поле класса, которое видно из экземпляра D, не поменялось, потому что мы там ничего не меняли.
А вот поле нашего экземпляра C маленькое поменялось, потому что мы его только что создали. То есть в действительности у нас в точности такая же схема, как с локальными глобальными именами. Там для отношений класс-экземпляр класса поля класса являются как бы глобальными именами, а поля экземпляра как бы локальными. То есть если мы добавим, допустим, в D какое-нибудь совсем новое поле, ну давайте как-нибудь по-другому его назовем. Вот, то в D оно будет, а в C его не будет. Не в таком C, в смысле в классе, не в таком C, в смысле в поле, в экземпляре. В точности, как это опять-таки с переменными, да, вот добавили в namespace, оно там есть, не добавили, нет. То есть я хочу сказать, что ничего военного в этом месте питона нету совсем. Да? Есть глобальный контейнер, есть методика изготовления с помощью этого контейнера экземпляра, и есть очень простое правило видимости. Мы сначала смотрим на поля самого экземпляра, если таких нету, пытаемся найти поле класса. Если и таких нету, говорим, что нету. Вот. Все. Контейнер, изготовление экземпляров. Каждый такой объект тоже является контейнером, как мы теперь видим. Можно в C маленький тоже положить, что хотите. Более того, смотрите, что там у нас есть? C.new. Да? Давайте его удалим. Ну, то есть нет, давайте сначала ему присвоим какое-нибудь новое значение. Ну и тут мы ничего, никакого секрета не откроем. Но вот если мы сейчас удалим вот это вот поле нашего объекта C, поле экземпляр, то поскольку мы его удалили, из-под него станет видно то, что там было раньше, а именно поле класса. А вот если еще раз попробовать удалить, он скажет не-не-не-не-не, скажет он. Нету у вас такого поля в вашем экземпляре под названием new. А поле класса вы отсюда удалить не можете. Вот из класса, пожалуйста, удаляйте. И теперь у нас его нету ни в D. Ну, короче, нигде его нет. Вот. То есть все очень четко. Механика абсолютно простая. Контейнер изготавливает свои экземпляры. Экземпляры могут иметь свои собственные поля. Вот. Поиск имени, инкапсулированного в такой экземпляр, происходит следующим образом. Сначала среди локальных полей экземпляра, потом среди полей контейнера класса. Все. Вот. Понятное дело, что было бы очень странно в языке программирования предусматривать такое ручное напихивание полей в класс. Хотя мы сейчас увидим, что в действительности именно так все и происходит, только не в класс, а в конкретный экземпляр поля таки данных пихиваются вручную, но это не сейчас. А сейчас мы посмотрим, как напихать поля в класс сразу. Ну, очень просто. Вон, вы могли подглядеть. Да? Вместо слова pass, который мы тут использовали, когда создавали прям-таки пустой класс. Давайте создадим не пустой класс. Все просто. Говорим класс D. Дальше поле какое-нибудь там field равняется куку, а numb равняется 100-500. Вот. Ну, в общем, как нетрудно догадаться, тем самым мы прямо при конструировании, прямо при создании нашего, при описании, пардон, нашего класса, рассказали, какие у него внутри будут поля, то есть описали его пространство имен. Вот. А дальше с этими полями работать точно так же, как с теми, которые мы напихивали там вручную. Просто ручное напихивание – это, ну, такое некрасивая операция, потому что непонятно, где это должно происходить. А тут прям красиво, с отступами, с опусканием вот этой операции инкапсуляции, прям вот так. Те же самые поля. То есть, если мы скажем вот так вот, да,
Ну и дальше те же самые свойства. Это поле класса. Если мы сейчас занавесим полем объекта, значит, это будет поле объекта. Если мы потом удалим, опять будет видно поле. Ну, в общем, все то же самое. Первое. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что бы мы ни делали, но поле field и поле num во всех экземплярах класса D будет, потому что оно... Меня спрашивают, сразу ли создаются эти поля или скрыто вызывается конструктор. Понятие «скрыто вызывается конструктор» или вообще «скрыто вызывается что-то» для питона не характерно. В питоне все открыто. Да, выполняется прямо вот этот код. Давайте, кстати, проверим это. Выполняется вот этот код. Он просто выполняется. Единственное отличие от выполнения кода состоит в том, что когда вы там организуете пространство имен, оно залипает внутри вот этого класса, который я назвал таким вот образом. Поэтому я говорю слово задание класса, а не говорю описание, потому что описание — это как описание функции. Мы написали какой-то код, его немножко синтаксически поанализировали, но выполнять его никто не стал. Оператор класс выполняется, как вы видите. Окей. Ну, здесь опять такая же картина, как, помните, у нас было с модифицируемыми объектами, со списками, что даже с кортежами, что если у нас, скажем, у класса есть поле модифицируемое, допустим, список, понятное дело, что этот список можно менять, и этот, ну, как бы, вот он будет полем класса, да, то есть вот если мы скажем, вот тут вот опять же примерчик простейший, если мы скажем класс M, а здесь будет поле, которое является списком, то понятное дело, что создав несколько экземпляров этого класса, вот, мы не сможем, конечно же, никак повлиять на пространство имен класса, ну, за исключением работы с самим классом, но, конечно же, мы можем сделать вот так. Да? Понятное дело, что в данном случае мы имеем доступ к полю класса, и ничего удивительного, что мы его модифицируем. Если мы сейчас возьмем и занавесим эту штуку полем объекта, понятное дело, что мы увидим эту самую занавеску. Да? Здесь пустой. В смысле, здесь поле класса, здесь поле объекта, здесь поле класса. Ну, в общем, опять-таки ничего военного, за исключением того, что мы должны помнить, что вот такая штука, как бы, это такое окошко, через которое ваши объекты, через класс могут все друг с другом общаться, потому что если вы вот непосредственно правите вот этот вот, да, модифицируемый объект, являющийся полем класса, разумеется, модифицируем. Ну, просто не надо это забывать. Вот. Это что касаемо полей, которые атрибуты. Я обещал, что забуду про слово атрибуты, буду говорить поля. Принимайте. Это что касаемо полей, которые атрибуты. На самом деле гораздо интереснее говорить про поля, которые функции. Смотрите. Ну, не знаю, там, звездочка Arcs. Вот давайте определим такую функцию. Так она пустая, так у нее кортеж пустой в качестве параметра, а так ей передается 3 параметра. Поскольку мы уже сказали, что класс — это контейнер, никаких проблем положить эту функцию внутри класса просто нету. Смотрите, ну давайте прямо напишем, что-нибудь у нас есть такой класс C, да? C.foo fun равняется foo. Кстати, у нас там уже была функция, я про нее совсем забыл, но, ну да ладно. Fun. C большой, точка fun. Смотрите, это обычная функция, прям совсем обычная. Собственно, это она и есть. Да?
никаких чудес с ней не произошло. После того, как мы положили ее имя в пространство имен Ц, более того, у нее даже имя, данное ей при рождении, не поменялось, потому что с какой стати оно вообще поменяется. Вот тут Барс задает довольно правильный вопрос. Он, правда, длинный, но суть его такая, что если я взял и импортировал прямо из пространства имен, скажем, модуля Math, прямо себе в глобальное пространство имен какие-то имена, как узнать, что я ничего не перебил? Никак. Не импортируйте, пожалуйста, никаких имен из скопом из пространства имен какого-нибудь модуля прямо в свою программу, прямо в глобальное пространство имен, потому что все, что у вас совпадало, перебьется тем, что вы проимпортировали. Либо импортируйте по одному, либо говорите импорт имя библиотеки, потом ходите с библиотек.имя. Вот. Math, в общем, некоторые исключения, просто потому что мы хорошо знаем, из каких функций она состоит, и можем, наверное, вытерпеть вот такое нарушение правил. Да, возвращаясь к нашим баранам. Ничего военного с этой функцией fun не происходит. Она действительно работает так, как работает. Все четко. Ну, я не сделал там return, но это, в общем, не важно. Вы верьте мне, return тоже будет. Несколько интереснее себя ведет функция, если на нее посмотреть изнутри объекта. То есть изнутри экземпляра нашего класса. Понятное дело, что в ней тоже будет, в нем тоже будет функция fun. Но он нам, питончик, скажет, что смотрите, когда мы смотрим на этот fun из класса, он, это просто обычная функция, мы ее туда положили, она там лежит. Ничего военного совсем. А вот когда мы смотрим функцию, которая у нас лежит в классе, через призму его экземпляра, то есть изнутри экземпляра, происходит какая-то дополнительная, как это правильно сказать, хитрость. Вот, эта хитрость абсолютно стандартная. Да, и внезапно эта функция, которая была обычной функцией в случае, когда, ну, когда мы на нее смотрели из класса, стал называться словом метод. Вот. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, давайте сначала так сделаем. А теперь давайте вызовем эту функцию fun. c.fun. Раз, два, три. Так. Так работает c.fun, то есть функция, вызванная из класса. Так работает функция, вызванная из экземпляра. В чем отличие? Отличие состоит в том, что в список ее параметров вызова автоматически, да, можно сказать неявно, но на самом деле совершенно явно, мы сейчас увидим. Некоторые программисты считают, что даже чересчур явно, и порицают за это Python. Совершенно явно вставляется что в качестве нулевого параметра? Правильно, сам объект C. То есть метод нашего объекта устроен таким образом, что в качестве нулевого параметра ему всегда передается сам этот объект. Что это нам дает? Когда мы этот объект описываем, мы всегда можем сходить именно к его объекта полям, потому что он у нас будет в качестве нулевого параметра. Можно сказать, вот дай мне мой, пожалуйста, мое поле такое-то, мое поле сякое-то. Давайте совместим это со знанием, как конструировать класс прямо изначально с полями. Ну, допустим, класс, там, не знаю, у нас уже всякие были, там, не знаю, F. Определим в нем метод. Да? Мы теперь точно знаем, что у него как минимум один параметр есть, да? Назовем его self, или давайте не называть его self, мы этот self будем еще 100-500 раз видеть, давайте пока что назовем его как-нибудь, first, и все остальные, ну, допустим,
Вот так вот. Ну и здесь напишем все тот же print, чтобы было понятно, как это устроено. Вот. Ну и еще давайте определим ему поле. Правда, в классической традиции сначала определяются атрибуты объекта, да, в смысле поля объекта, а потом уже его методы. Ну, определим какое-нибудь поле, field. А, даже не так. Давайте не так сделаем. Вместо принта сделаем так. Print, даже не так, извините. Хочу и буду. Field равняется 100-500. Да, а здесь print first.field и others. Вот. Что это за класс F такой? У него два атрибута. Field и метод. При вызове атрибута метод, а мы теперь знаем, что это просто функция, которая в качестве первого параметра всегда приезжает сам тот объект, который мы вызвали. Она ходит к полю этого объекта под названием field. Вот. Ну и еще все нужные параметры тоже выводит. Давайте попробуем. Для начала давайте попробуем. Нет, давайте не будем вас путать. Давайте попробуем сразу сделать экземпляр этого класса. Да. Вот. F. Не field, а метод, да? Вот. Что сейчас произошло? Я передал функции метод 4 параметра, а именно f. 1, 2 и 3. 4 параметра. Первый из них, нулевой в списке, всегда является ссылкой на сам этот объект. Второй, третий и так дальше, ну, какие есть. То есть, если мы сейчас напишем f.field равняется 42 и g равняется f, то g.метод нам даст 100-500, а f.метод нам даст, разумеется, 42. Понятное дело, да? Значит, мы ходим к своему собственному полю под названием field. Вот. Потому что первым параметром всегда является тот объект, относительно которого вызван метод. Кстати сказать, вот теперь можно уже признаться, что традиционно вот этот первый параметр называется self. Self не является ключевым словом питона, как вы видите. И вообще ничем не является, это такая договоренность, вот, о том, что когда мы определяем метод внутри класса, первым его параметром всегда принято называть его словом self. Вот. Да? Еще раз. А, ну вот мы тут это сделали, да? Да. Когда мы кладем в пространство имен класса некоторую функцию, она работает как функция. Когда мы изготавливаем из этого класса экземпляр, эта функция, видимая через него, внезапно работает как метод. Метод отличается от функции ровно тем, что туда явным образом на нулевое место вставляется сам тот экземпляр нашего класса, чей метод вызван. Все. Зачем это нужно? Для удобства доступа к другим полям этого же самого экземпляра. Так. Что осталось? Осталось решить еще одну проблему ручного засовывания, а именно вот это. Предположим, мы хотим, чтобы при создании экземпляра класса в этом экземпляре некоторые поля инициализировались по-другому. Они становились бы сразу при создании экземпляра неравными полям класса. Для этого существует специальный метод, который называется init. Вернее, бла-бла, init, бла-бла. Два подчеркивания в начале означают, что это системный метод, спецметод. Вот. И это не конструктор. В питоне есть конструкторы. То есть методы, которые создают экземпляр класса, прямо создают экземпляр класса. Нет. К моменту вызова init экземпляр класса уже создан. Он приезжает ему в переменный self. Init нужен, он такой инициализатор. Init нужен для того, чтобы расписать наш свежесозданный, чистенький, ничем не отличающийся от, вернее так, всегда одинаковый экземпляр нашего класса уникальными значениями. Ну, давайте попробуем.
класс, ну, допустим, и класс, вернее, ну, не знаю, цель, да, dev init self, ну, допустим, var, да, некоторые, self.variable равняется var. Кстати сказать, считается правилом хорошего тона вот такого рода поля в классе тоже объявлять. Смотрите, когда бы мы... Да, значит, давайте я забегаю вперед. Теперь наш конструктор, то есть наш создатель, да, конструятель, не знаю, слово конструктор нельзя использовать. Изготовитель, во, экземпляра класса нуждается в двух параметрах. Один из них — это явная подстановка самого экземпляра, а второй параметр, которым мы должны передать сами. То есть, если мы теперь захотим сделать экземпляр класса CL, то нам скажут, что не-не-не, еще один, пожалуйста. Окей. Вот. Таким образом, как бы мы ни создавали, какой бы мы ни создавали экземпляр, у него теперь значение поля variable будет изменено, потому что оно меняется в инициализаторе. Вот. И вот теперь я, наверное, хочу сказать слово о том, что правилом хорошего тона является описание этого самого поля, в том числе и в качестве поля класса. Понятное дело, что его загородят. Понятное дело, что оно будет даже память лишнюю занимать. Но в класс-браузере удобнее смотреть, когда в самом классе уже есть те поля, которые потом будут перебиты в экземпляре. То есть можно написать что-то типа или там null. Вот как-то так. Вот, еще раз повторяю, вот эта штука не влияет абсолютно ни на что, кроме того, что у вас теперь и у экземпляра класса, и у самого класса будет поле variable. А вот в таком формате, разумеется, у класса CL поле variable не было. Это хорошо, это уменьшает количество непоняток. Вот. Хотя, если, например, это какое-то совсем-совсем временное поле для конкретного поведения конкретного объекта, почему бы и нет? Вот. На этом, собственно, заканчивается скетч. Я планировал много лет назад второй скетч про наследование, но никто так и не спровоцировал меня этот скетч написать, вот, потому что, ну, это так, несколько часов работы с выверкой и формулировками. Возможно, если вам интересно, я попробую это сделать, но вам нужно меня чем-то мотивировать, убедить. Вот. Так, это мы все уже говорили. И у нас еще есть целых полчаса на всякие волшебные, приличные, интересные штуки. Хорошо. Что мы имеем? У нас есть класс. Класс — это просто такой код, который выполняется, когда мы пишем оператор класс. Результатом выполнения этого кода является создание объекта по имени, с именем, вот, имя класса, в котором будут атрибуты, то бишь поля и методы, описанные внутри. Вот. И фактически весь этот код выполнится, и разница состоит только в том, что все имена, которые при этом создадутся, залипнут внутри вот этого самого имени CL, то есть попадут в его пространство имен. Все. В целом, как бы там на поверхностном уровне никаких других отличий от выполнения кода вне класса. Вот. Да, конечно, значит, вот тут Егор спрашивает, а можно ли делать значение по умолчанию? Конечно, можно. Можно делать вот так. Тогда у вас ваш инициализатор можно будет вызывать и с одним параметром, и без него. Да? Смотрите.
Вот. Еще раз повторяю, методы ничем не отличаются от функций, от слова совсем. Вот в этом месте они не отличаются от функций ничем. Мы с вами помним, что когда мы добавляем, запихиваем функцию прямо внутрь класса, она там остается функцией. Вот, она там остается функцией, а при взгляде на нее через экземпляр становится методом. Ничем они не отличаются. Да? Это всего лишь способ подсунуть первый параметр, ну, нулевой параметр, ссылкой на ну, наш объект. Вот. Тут вот это вот, к сожалению, копипаста с прошлого года. Там меня люди все спрашивали, как перегружать операции в питоне. Вот. А мы с вами так ведем разговор, что никакой перегрузки его не было, и, собственно, никакой перегрузки в питоне тоже нету. Смотрите, мы уже знаем, что в питоне все на самом деле наоборот. Это операции типа сложения, там, не знаю, индексирования, вот, даже доступа к конкретному полю класса. На самом деле это такие методы, спецметоды, если быть точнее. То есть тот факт, что у нас работает операция сложения, на самом деле зависит от того, что у нас в классе определен метод add, что работает операция индексирования, что определен метод getItem, ну и так далее. Мы с вами про getItem уже говорили, да и про add тоже уже говорили. Вот. Что интереснее, у нас есть функция getAdder, например, которая может... Давайте мы сначала посмотрим, какие у нее параметры. Name. И instance. Ага. Значит, ну, допустим, variable. Запятая. Что там у нас? C. Наоборот, значит. Да. Это я перепутал. Сначала C, потом variable. Обратите внимание на то, что на самом деле вот, пока что, пока мы не изучили других питоновских конструкций, все вот эти конструкции для нас совершенно эквивалентны. Кстати, помните, да? Пространство имен в питоне – это на самом деле словари, где ключом являются имена, а значениями значения. Все. Ну, почти все. О том, как это не все, мы будем говорить в других лекциях через раз или через два, то есть даже не на следующий. Вот. Со всеми вытекающими последствиями можем даже, кажется, давайте проверим, но мы можем даже вот так же, как мы это делали уже один раз. Что еще хуже, мы можем здесь написать вообще какую-то билиберду. Вот. И теперь мы... она есть. Вот. Не знаю, зачем это нужно, но так тоже можно. Это просто словарь, а это просто строка. Никакой военщины, ничего. Да, что еще интересного? Конечно же, getAdder вот этот, и это синтаксический сахар, но для довольно сложного протокола доступа к атрибутам, частью которого важный, но не стопроцентный, является метод getAdder. И если мы преопределим метод getAdder, то класс себя будет вести очень забавно. Значит, га, getAdder. Ну, допустим, у него есть поля. A равняется 1, B равняется 2, def getAdder от self name. Return, ну, скажем, name нулевое. Ну, потому что name же это строка же, да? Ой, getAdder неправильно набрал. GetAdder, разумеется, системный метод. Вот он.
Давайте посмотрим. G.A. G.B. G.C. G.B. Ферштейн. Значит, мы можем сами определить, как происходит поиск атрибута нашего объекта, если в дикте, который в нем есть, он не содержится. Да? Вот вам, кстати, отступление от того, что вот, вот на самом деле не только дикт является, не только дикт является источником вот таких вот операций с точечкой. Да? Давайте-ка мы попробуем, значит. А? Чё? Key error. Как это, как это, как это? А что там есть? Ой, он пустой, что ли? Ща, 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 ща. О, как! А, ну потому что это, блин, потому что это, господи, понятно. Вот если бы мы его задали, он бы там появился, а он пока что только глобальный. С диктом надо аккуратнее быть. Да, вот если бы мы что-нибудь записали, чтобы типа ГА равняется, вот тогда бы вот эта операция сработала. Вот. А так он только, так он только из класса видит. Короче, это какие-то уже немножко подвальные части алгоритма, да, не советую этим пользоваться, но механика очевидная. Опять же, занавесили, видно, не занавесили, в дикте его нет. Вот. Что еще? Понятное дело, что если есть getAttr, то есть еще setAttr и даже delAttr, то есть операция, когда мы удаляем что-то типа, говорим, del, там, вот, вот такое, да, это delAttr вызывается. Все их можно перегрузить. Чуть более глубоко и сложно, и более тонко управляемое работает метод getAttribute, который еще более, еще больше случаев перебивает, чем getAttr, setAttr, delAttr, потому что, напоминаю, getAttr, setAttr, delAttr вызываются только тогда, когда поиск по всем остальным пространствам имен ничего не дал. Видите, вот в нашем классе A и B нашлись, поэтому они выдались. И даже несмотря, что они были полями класса. А вот C не нашлось, и тогда, тогда вступил в дело наш getAttr. Вот. Стоит заметить, что есть еще всякие методы dir, методы del, который не является деструктором. Del – это метод, который вызывается в случае, когда объект удаляется. И с ним, кстати, некоторая такая неприятная магия. Сейчас я попробую ее добыть. Я же удалил. Где мой printArgs? Вот. Он, зараза, в кэше сидит. И непонятно, когда он его на самом деле удалит. Это внутренняя кухня Питона. Да, нам этот объект недоступен. Да, мы больше не можем вот к этому Object ID, который мы уже сами потеряли, даже не посмотрев, получить доступ. Но совершенно непонятно, когда именно Питон решит, что пора объект все-таки удалять. Вот. Так что вот аккуратней с этой вещью. Это операции, которые возникают именно в тот момент, когда объект реально удаляется. Вот. Не знаю. Не знаю, когда это произойдет. Ни малейшего понятия. Вот. Вопрос, где искать? Вот тут есть такая специальная ссылочка, называется спецметоды для всего, data model, и там описано вообще все, что нужно. В питоне можно принудительно вызвать сборку мусора, но сборкой мусора в питоне является не то, что вы думаете. Мы, возможно, до этого места дойдем, по крайней мере, я помню, что мы в прошлом году доходили про сборку мусора. Вот.
Если вам очень интересно, посмотрите в модуль, который называется ГЦ, Garbage Collector. Это и есть модуль, отвечающий за сборку мусора. И почитайте, что там творится. Если мы с вами дойдем в этих лекциях до ГЦ, то я про это расскажу. Вот. У спецметодов есть одна слегка такая полувоенная, одно полувоенное свойство. Они немножко огорожены. В том смысле, что когда вы определяете спецметод, правила поиска его в пространстве имен идут не так, как они идут в случае, если этот метод не начинается на два подчеркивания. Напоминаю, спецметоды — это методы, которые начинаются на два подчеркивания. Вот. Если очень кратко, потому что тут целый разговор про это, если очень кратко, то вы не можете взять и перегрузить метод, спецметод прямо в объекте, только в классе. В классе можете. Вот. И вы не можете, и это довольно серьезное такое ограничение, поймать несуществующий спецметод с помощью getAttr или getAttribute и вместо него выдать что-нибудь. То есть вот несуществующий метод, который не начинается на два подчеркивания, отлично приезжает. Да? А вот протокол обращения к методам, у которых в начале стоит два подчеркивания, он другой. И он устроен таким образом, что нельзя это дело переиметь. Есть рационализация, зачем это нужно делать. Есть примеры, почему это приводит к, попытка так сделать приводит к катастрофе. Я их приводить не буду. Попробуйте найти ссылку в описании, вот, если очень интересно. Но общий смысл такой. Спецметоды определяют некоторые функциональные свойства класса. Для того, чтобы эти функциональные свойства работали, внутренние протоколы Питона рассматривают именно класс. И если вы внезапно что-то нахимичите со спецметодами внутри объекта, дешевле просто не обращать на них внимания. Вот. Значит, вот эта ссылка под названием «Спецметоды есть для всего». Это всего лишь еще раз подтверждение того тезиса, что в Питоне вообще все методы классов, все операции, как видите, операция с точечкой, операция квадратная скобочка, я уж не говорю про сложение, умножение и прочую ерунду. И это означает, что просто определяя класс, в котором определены вот такие методы, спецметоды с подчеркиваниями, вы автоматически делаете возможным выполнение соответствующих операций. Ну, давайте самую простую что-нибудь придумаем. Самое простое, конечно, это str. Значит, помните, у нас есть метод str и метод repr. Метод str отвечает за то, когда мы выводим это прямо на экран, ну, например, с помощью принта, а метод repr отвечает за выдачу как можно большего количества информации, когда, например, происходит trace, ошибка и все такое. Вот, давайте мы определим класс, у которого будет добавлен метод str. Ну, давайте ради интереса мы ему выдадим какое-нибудь поле. Только, понятно, вот так и init. Вот. И давайте ему определим тот самый метод str. Что должен возвращать метод str? Ну как что? Строку, разумеется, с красивым, удобным для пользователя представлением нашего объекта. Ну давайте мы что-нибудь такое ему и скажем, что-нибудь типа вот прямо вот так. Что я сделал неправильно? Класс. Я написал слово класс. Какой умный PTPython не стал меня обмазывать все это синтактическими ошибками, а ее сразу поймал и сказал, вот, пожалуйста. Так, что мы имеем с гуси? Как видите, метод repr остался каким был. А вот метод str... Че? А, sitter. Молодец. Ситер, да, спасибо, дорогой, я уже тоже увидел, но вы увидели первыми.
Во, дубль 2. Метод репро остался какой был. А вот метод стр... Ой. Что еще я сделал неправильно? А, естественно. Во. Дубль 3. Так сказать, третья попытка. Во, наконец-то. Ну и, собственно, что делает наша функция print? Когда мы передаем любой объект, она первым делом преобразует его в строку, потому что мы знаем, что str работает так или иначе, не мытьем, а катанием. Но в данном случае мытьем, потому что мы сами определили этот str. Если бы мы здесь определили еще и репр, то вот тут бы у нас появилась такая штука. Попробуйте это сами. Репр, в принципе, не очень рекомендуется преопределять. Или если преопределять уж, то достаточно аккуратно, чтобы потом вы же сами, глядя на какие-то трассировки эксепшенов, могли углядеть в них понятные конструкции, которые выглядят именно как реп. Python Proc спрашивает, можно ли добавить произвольный знак операции. Нет, нельзя. То есть никакого... Без модификации синтаксического парсера добавить произвольный знак операции нельзя, хотя бы уже и потому, что не очень понятно, как добавлением такого знака вы вмешаетесь в этот парсер и не сделаете ли вы его неоднозначно. Да? Вот, например, вы написали, можно ли добавить новую операцию равно больше. Вот. Пожалуй, равно больше это действительно синтаксически однозначная конструкция. А вот, допустим, если вы добавляете какую-нибудь операцию, и то Бог его знает. Вот. А если вы добавляете операцию 3 равно, оно может восприниматься как равно-равно и отдельное равно, как... Ну, в общем, не надо это делать. Да? Вот. И да, в Питоне такого уровня управления синтаксическим разбором, собственно, синтаксическим разбором самого Питона нет. Мы не имеем возможности, по крайней мере, на уровне тех лекций, которые мы сейчас говорим, управлять синтаксическим разбором. Но мы имеем возможность управлять результатом этого разбора. То есть, если мы уж определили какой-то спецметод, то он будет работать так, как мы его определили. Ну, кстати сказать, равно больше нельзя определить, а больше либо равно, разумеется, можно. Вопрос только в том, что вы хотите. Вы хотите, чтобы это было больше либо равно, или чтобы это была какая-то хитрая функция. В общем же, все равно. Что еще можно переопределить, вернее, определить, когда вы делаете свой собственный класс? Правильный ответ – все. Вы можете определить все. То есть длину. Мы с вами на какой-то лекции это делали. Помните, я еще говорю, мы забегаем вперед, сейчас мы определим. Или там был getItem, или там был item. Ну, короче, что-то. Значит, мы можем определить длину. Вот, допустим, здесь скажем dev len, len от self. Ну, не знаю, сколько тут в качестве длины. Да господи, 42. Да? И теперь мы говорим s len от s. А. Кстати, обратите внимание, разумеется, в Питоне, это вам не алгол, нет никаких ссылок по имени. Раз уж мы переопределили класс шоу, то это совсем другой объект. Это не вот этот класс шоу, это новый класс шоу. Мы его переопределили. Старый класс шоу исчез, его последний представитель S был перед нами только что, и уже мы его тоже убили. Да? Он был представителем другого класса. Вот. Ну, понятно, да? Сейчас, давайте. Type от S – это show. Да? Id – это идентификатор нашего класса show с большой буквы. Вот он. Если мы сейчас переопределим его, пускай даже точно так же, как он был раньше, все, это уже будет другой класс, видите?
другой объект, понятное дело. Так что вот, имейте это в виду, значит, никакой связанности на уровне имен нету, все на уровне объектов. Так, что, ну, мы видели, что теперь у нас поддерживается длина. Итератор возвращает итератор. Bool возвращает пустой или не пустой объект. Давайте попробуем. Что у нас там есть var, да? Dev bool от self. Ну, давайте, да, не знаю, return. По-хорошему он должен возвращать true или false. Ну, давайте так, not от self.var процент 3. Что-то тут такое будет. А ничего не знаю, давайте попробуем. Мне кажется, что он будет считаться пустым, если остаток отделения у него то ли равен, то ли не равен. Сейчас узнаем. If s print куку. Отлично. S.var равняется 100501. Да? Значит, остаток отделения равен 3, это не пустой объект, остаток отделения не равен 3, это пустой объект. Почему? Потому что мы возвращаем, мы определили функцию bool, и она определяет, пустой объект или нет. Это, конечно, неправильная идея, да? Традиционно считается, что пустые объекты должны быть пустыми, но почему бы нет? Короче, дальше больше. Числовой протокол. Давайте. А, у нас был числовой протокол в лекции. Он чуть более сложный. У нас осталось 5 минут. Сейчас я подумаю. Get item, set item. Что показать? Давайте я покажу get item, set item. Он проще. А с числовым протоколом, возможно. Или нет, давайте покажу числовой протокол, я успею. Возможно, задержимся на пару минут. Вот. А с get item, set item сами разберетесь, там все просто, за исключением того, что get item должен быть, ему должен слайс передаваться. Так, числовой протокол. Помните фигню с not implemented? Да? То есть, давайте так. Класс A. Dev mool self other return, ну не знаю, 100-500. Вот. Значит, если мы изготовим элемент класса, экземпляр класса А, то на что бы мы его не умножили, получится прекрасный 100-500. Да? Однако обратное неверно. Если мы попытаемся умножить что-то на А, получится такая фигня. Мы с вами помним, что в действительности протокол сложения, он более хитрый, а также умножение и многих других арифметических операций. И он состоит в том, что когда мы пишем вот так, ну давайте, и равняется 5, да, и что у нас там умножение, и mool от A. Что когда мы пишем вот так, не просто вызывается mool, а вызывается mool, нам возвращается специальный объект под названием not implemented. И если это так, арифметическая операция умножить, пытается умножить A на 5. Но, понятное дело, поскольку A стоит справа, а 5 стоит слева, не с помощью операции mool, а с помощью правого умножения dev rmool self other return 42. Вот. Протокол неправильно. Протокол арифметической операции устроен таким образом, что если левое умножение, ну скажем, числа на наш объект не прокатывает и приезжает not implemented, то пробуется правое умножение нашего объекта на число. Давайте проверим. Та-дам.
Вот. Совершенно такая же картина с гетайтимом. Давайте я просто покажу, как это работает. Вот, чтобы не забывать про это, потому что давно это было, и утверждение, она позапрошлой лекции вам это уже показывал, оно, конечно, немножко самоуверенное. Вот, но буквально это буквально несколько минут займет. Dev getItem self index. Вот, значит, мы сейчас что сделаем? Мы сейчас определим функцию getItem. Это будет означать, что для нашего экземпляра нашего класса будет определен, будут определены операции индексирования на чтение, потому что setItem на запись, а getItem на чтение. Вот. Но этот getItem ничего не будет делать, он будет просто возвращать этот самый dx. Да? Ну, давайте попробуем. Да? Значит, у нас получается такая странная мысль. А. Вот. S нулевое. Ну, S нулевое это 0. S. Ну, понятно, да. S 1, 2, 3. Очевидно, мы там внутрь запихали кортеж. Этот кортеж приехал к нашему гитайцу, мы вернули кортеж. Почему бы нет? А если мы запихаем туда наш стандартный синтаксис, скажем, от 2 до 3, нам приедет слайс. Да, мы помним, что на самом деле вот такой синтаксис через двоеточие приводит к тому, что внутрь getItem'а приезжает слайс. Что еще стоит сказать? Мы можем написать вот так. Это синтаксический сахар. Давайте я вот покажу. Да? Это синтаксический сахар. И фактически вот эти три точки, они тупо заменяются на объект, который называется эллипсис, имеет тип эллипсис. Нужен исключительно для обсахаривания операции индексирования. И, значит, его можно использовать в ваших классах. Все. Мы наше с вами время выжрали. Давайте ваши вопросы, если они есть. Как обычно, домашнее задание сегодня, тесты завтра, или домашнее задание и тесты завтра, потому что как получится. Вот. Мы с вами рассмотрели только одну часть концепции объектно-ориентированного планирования, а именно объектного планирования, а именно инкапсуляцию. Зато эту инкапсуляцию мы обмазали спецметодами, что, в общем, на мой взгляд, одно из самых веселых развлечений в питоне. Просто вот иногда удержаться невозможно, да, от того, чтобы не запилить какое-нибудь извращение, вот как тут предлагали, не переопределить вот эту операцию, то есть вот эту операцию меньше либо равно, да, в присваивание какое-нибудь или что-нибудь такое. Так, кстати, делают. Вот, я вижу, что вопросов больше нету. Окей, тогда на этом, да, именно, мне кажется, что и без того довольно сложный был плотный поток. Тогда, видимо, до свидания, до встречи. В следующий раз мы смотрим на оставшиеся две концепции объектно-ориентированного подхода, а именно на наследование и полиморфизм. Вот. Ну и, собственно, до новых встреч. До свидания.